Вот на наших глазах Таня Машумскул перевернули еще одну страницу истории. Вот, когда мы 3 недели назад сюда пришли, была пустая галерея. Но это все равно немало у нас она была. Вот. А что за 3 недели можно было успеть сделать? Значит, здесь еще вопрос не идет о качестве, здесь идет количественный вопрос. Но как видно, все довольно-таки энергично у нас происходит. То есть здесь уже готовые мицелии сделанные, есть новая партия, которая сделана. И сейчас идет отработка самой технологии. Здесь пытаемся понять, в каких условиях мы работаем, что нужно подкорректировать. И сделать соответствующие какие-то выводы и корректировки. Но единственное, вот по посеве вот наших грибных блоков, которые мы сделали, первый контрольный такой вот посев, можно сказать, что мы получили 0% брака. То есть у нас все, полностью все блоки, абсолютно без инфекции, все у нас заросло. Значит, я так думаю, что здесь у нас все получится.